Вот мы из Украины, из этой, которую мы сейчас открыли, да? То есть уничтожаем пыль, значит, эксперименты животных затянул. А в частности, что я сейчас буду, чем заниматься? Вот я вытащил изнутри оттуда гомербак, то есть маточку вот этой системы, да? У меня вот три вида щеток. Что я буду делать? Я предварительно вот возьму сейчас, да, вот, чтобы было вам понятно. Поддерживаю каждый молоток. Я не знаю, позволяет ли расширение камеры вам увидеть, но оператор уже сейчас начнет чихать, наверное. Потому что пыль вот мелкая она такая, видите. То есть я что делаю? Я вот его за заднюю часть заголовку держу, каждый молоточек. И вот я пытаюсь ее, так сказать. Вот у нас появился даже кот недовольный, да? Что ему такое дело не нравится. Вот. И что же, шерсть свою чешет. Вот. Я вот эту мелкую пыль, вот у каждого вот молоточек вот так вот ее удалять, удалять. Потом я, значит, вот кисть, которая у меня помягче, тоже основание держу. Вот видите, незначительно, так чтобы не сместить их, хотя каждый мы будем выравнивать, да? Потом то же самое вот на фигуру здесь вот так прометую, сколько могу. Когда уже не останется у меня такой этой пыли, я буду уничтожать. Вот здесь мы можем показать, что я вот смотрите, тоже видите, как могу. Здесь тоже значительно я приподнял, то есть левый педаль у нас выполняет функцию, да, поднимает. Вот. Здесь вот эта вот такая фитрочка. Вот мы с ней тоже будем. Ну, то есть я сейчас просто показываю вам то, что нужно сделать, если вы будете операцией подобной заниматься. Если уничтожать пыль. Ну, значит, первая задача это удалить с молотков. Вот видите, даже я сейчас другом сначала жесткой кистью поработал, а пыль все равно. То есть нужно до тех пор обрабатывать каждый молоток, пока вы не увидите, что пыль с него не летит. Таким образом, мы его приводим в то состояние первоначальное, которое требует музыкального этого параметров. То есть первоначально он замышлялся, чтобы молоток был какой у нас. Без этих внедрений, да? Пыльных. Вот так все. Спасибо за внимание. Чистите свои пианино.